смотрим. Две упаковки денежных купюр достоинством 5000 рублей каждая. Мужчина, у которого нашли эти деньги, говорит, что сегодня ему просто вернули долг. Чуть позже, правда, от этой версии отказывается и озвучивает абсолютно другую. Как мне понятно, они были, значит, переданы за помощь в победе в тендере. О каком тендере, я не знаю. Следствие считает, это только 1 миллион, то есть половина суммы. Чуть позже предприниматель должен был доплатить еще столько же. Все ради контракта на 45 миллионов рублей со строительной компанией. Однако злоумышленники не знали. За переговорами наблюдают оперативники. Ведь, услышав требование заплатить откат, бизнесмен написал заявление. Он обратился в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции. А наши сотрудники эту информацию проверили и выяснили, что один из подозреваемых уже не работает в строительной компании, а другой является действующим сотрудником этой компании. Факт требования отката за строительный подряд подтвердился. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас устанавливаются другие возможные фигуранты.